Иногда меня спрашивают, ну слушай, действительно, вот на самом деле все так вкусно, что ты там готовишь. Ну вот скажите, пожалуйста, что здесь может быть невкусно? Всем привет, вы на канале «Прошу к столу». Сегодня готовим очень простой и вкусный грушевый десерт. Добавляю столовую ложку сметаны, пол чайной ложки корицы, пол ложки сушеного имбиря, немного ванильного сахара и чайную ложку обычного сахара. И теперь все хорошо перемешиваю. Ну что, друзья, груши почти готовы. Осталось совсем чуть-чуть. Разогрела духовку до 180 градусов и поставлю запекаться груши буквально на 10 минут. Ребята, наш десерт готов. Давайте скорее пробуем. Аромат стоит сумасшедший. Очень жаль, что невозможно передать это на камеру. Но поверьте, очень вкусно пахнет. Восхитительно. Вы знаете, мне напомнило даже как будто немножко такой вкус, как пьяной груши, что ли. Но я понимаю, что, наверное, этот привкус дает имбирь. Очень здорово, ребята. Просто классно. Обязательно приготовьте такой десерт. Если вы еще к нам не подписались, обязательно подписывайтесь, потому что на нашем канале множество великолепных и шикарных рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!